Всем привет! Привет из России, из города Москва. Вот нахожусь уже здесь больше месяца и никак не могла сделать видео. Во-первых, это связано с тем, что, конечно же, я занята. Я приехала поводиться, понянчиться с моим маленьким внуком, которому 4 месяца сейчас. Ну и потому что в Москве, конечно, вот весь месяц стоит ужасно плохая погода. Холодно, дождливо, снег был. И самое главное, очень ветрено, что даже вот находясь где-то на улице, не хочется вообще вытаскивать камеру. Ну и, в общем-то, даже и практически не посещала я никаких интересных мест, чтобы сделать видео. Вот, дважды была на Арбате, и оба раза был дождь. И не получилось мне сделать. Так, а сегодня вот... Конечно же, мне захотелось достать камеру и сделать видео. Я нахожусь сейчас в Гранд Плаза отель. Здесь проходит турнир Чемпион Бал. Вот, 2017. Почему я здесь нахожусь? Я уже рассказывала, что моя младшая дочь работает тренером в Gala Dance. И вот сейчас будет такой вот конкурс, не очень обычный для меня, так как у меня... Дочки очень долго танцевали и сами участвовали в соревнованиях, но это соревнование отличается. Здесь танцует учитель со своим учеником. И вот там вот в красной юбочке это моя дочь со своей ученицей. Они сейчас разминаются. Когда начнется турнир, я не знаю, можно ли будет делать видео, поэтому я решила сейчас записать такое вот небольшое видео. Разминочки пока немного пад. Вот, ну и вот тут вот находится очень много камер, будет снимать портал Dance.ru, может быть, еще какие-то там порталы. Вот там с той стороны камеры, может быть, даже и какое-то телевидение будет делать видеосъемку. И я думаю, что любителям, в общем-то, не будет разрешено, запретят. Ну или, возможно, надо будет оплатить разрешение на видеосъемку. Вот, но у меня не цель снять турнир, просто хотела всем сказать привет из Москвы, показать вот такой вот красивый шикарный бал. Вон там написано Champions Ball 2017 Москва. Вот так он красиво украшен, везде в огнях. Вот там вот такая сцена, где будет сидеть оркестр, живой оркестр будет играть. Вот тоже преподаватели со своими учениками. В общем-то, интересное мероприятие. Вот. Ну, в общем-то, если выйти, там пока ничего интересного. Идет подготовка. Скоро, через где-то минут 30, будет начало. А вообще соревнования проходят в двух залах. Здесь вот в верхнем и еще внизу нижний зал. Но сейчас в утреннем отделении это в основном начинающие все. Вот, турнир для начинающих. Может быть, я подключусь еще один раз попозже. Там у меня еще моя дочь будет с другим своим учеником танцевать карибы. Сейчас латиноамериканская программа. Вот. А немного позже будут карибы. Там она будет со своим учеником-мальчиком танцевать. Вот, ну а в вечернем отделении уже будут там более такие матерые, так скажем, пары, танцоры выступать, которые уже что-то умеют. Ну, не что-то, а которые уже танцуют хорошо. Имеют какие-то там классы, подклассы, группы. Сейчас немножечко вам покажу, как все это проходит. Вот фото и видеосъемка проходит. У них есть стенд. Вот это вот очень известный шоумен Арчи. Он тоже сейчас будет танцевать с учениками со своими. Hello, everybody. Вот. Он и ведущий. Вчера он целый день вел эту программу. Здесь два дня идет турнир. Вчера он был ведущим на турнире. Сегодня с утра он сам танцует, а в вечернем отделении он уже будет ведущим. Вот так вот стоят компьютеры.
И все участники могут подходить и находить свои фото, выбирать, ну и делать заявку, заказ. Это на всех турнирах такое бывает. Так вот проходит. Вот. Вот туда вниз, если спуститься, там другой зал нижний. Пока еще совсем очень-очень мало народа. Все готовятся, пока все в раздевалках. Ну, естественно, я в раздевалочки не захожу. Люди там переодеваются, делают прически, делают макияж. Там вот столики, возможно, это будет какой-нибудь фуршет. Может быть, для судей. Вот, а там есть бар. Сейчас немножечко посмотрим. Бар, где можно попить кофе с какой-нибудь пироженкой. И вот с таким видом на улицу. Стеклянная крыша. Сейчас я подойду, посмотрю, что там есть. Да, там кофе и спиртное даже есть. Барчик такой. Не буду подходить в сам бар. Немножко покажу улицу. Вот сегодня вроде бы нет дождя. Вчера был целый день дождь. Сегодня дождя нет, но все равно вот так хмуро, серо, пасмурно. И я, скажу вам, замерзла даже, вот пока я от такси. Тут таксист не знал, как заехать сюда. И высадил меня практически на дороге, пока я от такси до гостиницы, до отеля, до входа шла, прям замерзла. В общем, Москва не радует меня. Погода, я надеялась, ожидала, что во второй половине моего нахождения здесь хотя бы будут теплые денечки, можно будет погулять в парках, там на Красной площади. Но нет, я вот уже через 3 дня улетаю обратно в Австралию, а погоды здесь так и не было. Но радует только то, что уже вот через несколько денечков я буду находиться в прекрасной, жаркой, теплой, солнечной. Главное, что солнечной погоде. Все вот такое мое включение. Может быть, возможно, если я говорю, мне разрешат. Здесь будет не запрещена съемка. Я подключусь, когда моя дочка Машенька будет танцевать с другим своим учеником. Карибиан танц. Все, всем пока.